Я понимал, что долго не продержусь, и даже стал смиряться с мыслью, что мой конец близок. А потом я увидел кое-что. И то, что я увидел, было моей жизнью. Это была трагедия. Я ничего не добился. И тогда что-то во мне начало подниматься из самых глубин души. И я просто решил жить. Я нашел в себе силы, которых, как казалось, уже не было. И я тянулся, и тянулся. И когда поднялся наверх, я вырвал эти крюки из своей груди. Повсюду была кровь, и я завопил. Я просто сидел там и вопил. Потому что я не просто выжил. Я заново родился. Это была моя жизнь. Вау! Бобби Дэггин, дамы и господа. Вы сможете услышать рассказ Бобби от Риши Том, если вы сейчас в городского собрания. А где же пациент? Полагаю, это не знаю. Того. Билеты уже в продаже. Снято, ребята. Что-то все должно быть не так. Мы репетировали иначе. Все в порядке, Бобби. Отлично, ты молодец. Девушки, не оставьте нас на минутку. А где концовка, Бобби? Ты рассказываешь историю, благодаришь свою милую жену, обнимаешь и целуешь. Не хотел слишком давить, ясно? Ясно. Но в этом суть истории. Она была рядом всю твою реабилитацию. Если не будет твоей благодарности в виде поцелуя, зрители не почувствуют эмоциональной связи. Не согласна. Перебор с эмоциями вызовет недоверие. Так, мое дело связи с общественностью, а твое юридическое оформление, ладно? Ладно, я понял, Сюзанна. Хорошо, я виноват. Нет, ты не виноват, Бобби. Ты был великолепен. Только помни ключевые моменты. Хорошо. Эти интервью очень важны. Черт подери. Не переживай за них. Ты был великолепен. Да? Твоя история реальна, и люди это чувствуют. Я знаю, иногда тебя захлестывают эмоции, но мы должны идти вперед, Бобби. Это твое предназначение.